Весь учебный год славянские школьники учились, занимались творчеством, спортом, участвовали в краевых, всероссийских соревнованиях и олимпиадах. Достигать результатов им помогали опытные наставники, тренеры, учителя. Вместе с летними каникулами наступило и время подвести итог общей работы. В городском доме культуры состоялось традиционное чествование одаренных детей и талантливых педагогов Славянского района по итогам 2016-2017 учебного года «Созвездие талантов». О героях праздника смотрите в первом материале выпуска. Славянск на Кубани – город одаренных детей и талантливых педагогов. Подтверждение тому, на церемонию награждения были приглашены более 400 школьников и их наставников. Заслуженные награды получали не просто учащиеся школ, а победители, призеры, лауреаты краевых, всероссийских, международных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований, а также их наставники-учителя, которые передают свою мудрость, знания, по маленьким кирпичикам строят будущее детей и, веря в них, раскрывают дарования. С победами и достижениями собравшихся детей, родителей и педагогов поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Переполняет чувство гордости за наших детей, за их родителей, за педагогов, организаторов, воспитателей, за тот действительно труд и за те результаты, которые мы с вами сегодня видели. Сегодня награждали по линии образования, по линии культуры, по линии спорта, а все это команда Славянского района. В этот день дипломами и подарками отметили талантливых школьников за достижения в науке и образовании. Награды получили и ребята, которые добились успехов и признания в творчестве, искусстве. Дух захватывает, гордость переполняет. Какие замечательные все-таки у нас дети. Вот 9 музыкальных школ в городе и районе. Ни одну не могу выделить. Ну да, конечно, городская имени Пономаренко. 33 коллектива получили звание образцовый. Именно в этом году. Никогда история Славянского района такого не знала. Спасибо вам огромное. Счастье жить и работать в таком районе. А учиться и побеждать – это еще вдвойне счастье. Славянский район может гордиться своими спортсменами, опытными тренерами. Они не раз прославляли свою малую родину не только на всероссийских соревнованиях и международных чемпионатах, но и на Олимпийских играх. Приятно то, что традиционно в Славянске это проводится уже, как вы слышали, 5-й год подряд. Вот эта церемония чествования лучших, она должна быть. Она должна быть, потому что это, ну, как бы доля того лучшего, что мы сделали. Из 15 тысяч обучающихся ребят мы сегодня чествуем самых-самых-самых лучших выдающихся. Отрасль спорта также имеет хорошие показатели. А самый главный показатель, я считаю, это то, что сегодня 21 спортсмен из Славянского района входит в национальную сборную Российской Федерации. Это самое главное. Награждается малый Григорий. Ежегодно на празднике «Созвездие талантов» выбирают победителей в номинациях «Ученик года», «Творческий успех года», «Педагог-легенда». На этот раз почетного звания «Педагог-легенда-2017» был удостоен руководитель военно-патриотического клуба «Будущий воин» Станицы Петровской Андрей Чабанец. 43 года Андрей Николаевич посвятил педагогической деятельности. Из них порядка 17 лет является бессменным руководителем клуба «Будущий воин». За это время выросло не одно поколение настоящих защитников Родины. Мы гордимся тем, что мы, по крайней мере, защищаем честь не только Станицы Петровской, а и Славянского района, Краснодарского края. Мы который год выезжаем на российские соревнования и показываем неплохие результаты. Ну, сегодня тоже прозвучали наши результаты на российских. Но я очень горжусь тем, что, по крайней мере, у меня есть как минимум 2 чемпиона России по военно-прикладным видам спорта. И за вот эти 17 лет существования клуба есть результаты неплохие. Но самое главное, мы работаем для детей. В номинации «Творческий успех года» победила воспитанница Центра развития творчества детей и юношества Станицы Петровской Елизавета Лаптей. Она вокалистка творческого объединения «Диамант». Россия, вечно юная заря, Россия. Занимаюсь я уже на протяжении 5 лет в своем любимом
объединении «Диамант». Благодарна своему педагогу за то, что научила многому меня. И огромное спасибо объединению, всему нашему ЦРТ за то, что есть возможность продвигаться дальше, как-то развиваться. В этот день в зале городского дома культуры зажглась не одна звезда, а целое созвездие талантов. Благодаря трудолюбию и целеустремленности славянских детей и их педагогов будет процветать наш район, Кубань и вся Россия. Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».